Кто зайдет, тот зайдет. Кто не зайдет, посмотрит записи. Значит, что я сегодня буду рассказывать? Я сегодня вкратце, долго не буду, минут 15-10 даже, может быть, хочу рассказать про наш флагман-продукт, где есть гриб ежовый гребенчатый, да, про который сейчас я уже говорила, что очень многие все говорят, да, и я могу вам сказать, что с каждым днем отзывы по нашим флагман-продуктам, именно где есть вот эти инновационные формулы с ежовиком, да, просто увеличиваются, и мы можем сказать, что даже наша продукция сейчас уже используется даже в лечебных свойствах, потому что 4 грамма ежовика, если в продукции, то это идет уже именно лечебное, как лечебное профилактическое употребление. Вот, сегодня расскажу про брейншторм. У меня, к сожалению, кончился, остались только стики. И книжечка такая, да, ну, коробочка тоже черненькая. И вот брейншторм. К сожалению, все разобрали, поэтому я буду говорить только вот такие вот стики, да. В этом стике 1 грамм ежовика. В бустере 3 грамма. То есть в чем отличие, я уже скидывала, то есть если брейншторм у нас идет 1 грамм ежовика плюс тонизирующее вещество, то есть, да, это высокие достижения человека, это активный мозг, да, то есть это уверенная память, помощник в действии, то есть в вашей работе мозга, как говорится, да, плюс что, если вам еще нужен какой-то ресурс, да, как говорится, мы не в ресурсе, вот, то брейншторм очень помогает. Кстати, брейншторм и бустер, это идет профилактика от болезни Альцгеймера, да, Паркинсона, очень восстанавливает против инсульта, после инсульта, то есть восстанавливает. Также мы заметили и отзыв очень много по деткам, да, которые аутисты, ЗПР, ну, я не знаю, как там эти называются, но глядя, как мамочки скидывают отзывы на то, что как у них детки начали разговаривать, да, как у них появилось внимание, как они концентрируются, да, то это, конечно, дорогого стоит. То есть я расскажу про брейншторм тут, в принципе, очень-очень быстро. Во-первых, это удобный формат принятия, его можно взять с собой, этот стик, употребляем его в первой половине дня, понятно, да, во-первых, это налаживание сна, если у вас там, как говорится, бессонница, либо еще что-то, да. Кстати, я заметила разницу от... Тут сон такой спокойный, а от бустера сны такие прям просто, они цветные, понимаете, цветные. Вот я не верила, что можно смотреть такие цветные сны, поверьте. Это так и есть, потому что здесь 3 грамма ежовика, да, это все действует на нейронные связи. Также получается этот сашет по 4,5 грамма, очень приятный вкус. У меня в сумке все практически продукты нашей компании есть. Вот, мы растворяем в водичке 200 грамм, да. Я с собой тоже всегда покупаю воду, да, то есть как бы можно с тоном, если мало вообще энергии, да, можно, но мы сейчас говорим именно про ежовик. Вот, ну, понятно, что по рекомендациям мы рекомендуем беременность, да, и именно непереносимость каких-то компонентов, да, то есть что еще делает брейншторм? Конечно, это стимулирует память, внимание, ну, я там все скинула, в принципе, прочитать все можно, улучшает, кстати, мозговое кровообращение. Вот, потому что у многих, когда кровообращение нарушено, даже может болеть голова, и брейншторм, он, когда начинаешь его употреблять, может быть такая побочка, ну, это не побочка, я бы сказала, такой эффект, спецэффект, как будто бы голова болит, но это начинается воздействие именно на нейронные связи, вот, просто немножечко поменьше начать употреблять, да, и потом организм поймет, что это то, что ему надо, да, мозги начнут, как сказать, оздоровляться. Вот, то есть, во-первых, повышает стрессоустойчивость. Поверьте, это реально так повышает, что вы вот вроде что-то случилось, к
как бы стресснули, а тем более у нас еще сейчас нон-стресс, я вчера рассказывала, говорила про нон-стресс, позавчера, по-моему, вот с нашими натуральными комплексами вообще жизнь просто, вы знаете, нет таких всплесков эмоциональных и так далее. Все на таком спокойном уровне. А дальше, что это еще? Брейншторм замедляет процесс старения мозга. Да? Сами знаете, что мы не молодеем, у нас мозг не молодеет, тупеет, нейронные связи, нейронные клетки умирают, и когда говорят, там нервные клетки не восстанавливаются, то с ежовиком мы зачеркнули вот этот вот миф, как говорится. Вот, дальше, восстановление после физических нагрузок, да, также психических нагрузок. У нас детки в том году, когда поступали и когда сдавали экзамены, многие родители давали подросткам. Я только ей пробовала, как говорится, да, все экзамены сдали, все хорошо, все отлично, да, и даже были повышенные оценки, родители даже были в шоке. Вот, дальше, что еще? Ну, поддержка ресурсного состояния, да, то есть такого, знаете, хочу жить, хочу радоваться, хочу вставать с утра и так далее, и тому подобное. Вот. Что это вот я все вкратце, такими заумными словами можно все найти на сайте онлайн-магазина моего, ссылочку я скину, просто нажимаете, да, и можете почитать. Вот, что здесь, да, тут, во-первых, есть 5-HTP, кто это знает, это кислоты, которые помогают вырабатывать серотонин, это гормон счастья, вот. Тоже, может быть, кто-то уже знает, да, что если у нас не вырабатывается в организме серотонин, то у нас мы будем, как говорится, знаете, в таком состоянии, ну, несчастного человека. Вот, то есть вообще стабилизирует и эмоциональный фон, да, и мозговая работоспособность. Вот. Гот-укола – это пища для мозга, как говорится, да, которая улучшает, как я уже говорила, кровообращение и снабжает мозг кислородом. Также не только мозг кислородом, да, снабжает. Если у нас снабжается мозг кислородом, соответственно, у нас снабжается кровь кислородом. То есть это также, вот у кого после ковида тоже были отзывы, что очень-очень хорошо восстановилась эта вот кислородная, стабилизировалась кислород вот, в крови, в мозгу и так далее. Дальше комплекс адаптогенов, да, это радиола, розовая, женьшень, которая обладает тонизирующим эффектом для мозга. Ну, сами знаете, что женьшень и радиола, они вот все тонизирующее вещество. То есть тоже так же в тоне у нас есть именно тонизирующее. В бустере тонизирующих веществ нету. Поэтому, если вы в ресурсе, если у вас все энергия, но вы понимаете, что у вас что-то память или еще что-то, да, то вам нужно принимать бустер. Расскажу, когда принимаем вдвоем. Вот. И самое главное, мне нравится здесь комплекс витаминов В. В1, В3, В9, В12, В2, В5, В6. То есть столько Бшек, и они в такой концентрации классно взяты, да, что состояние вот это вот усталости вообще как бы... Вот я реально, я уже забыла, что такое состояние усталости. Вот эти... Ты встала и уже устала. Я вообще забыла, что это такое, да, вот устать. Я могу только устать, только от лени, грубо говоря, если я когда ничего не делаю, я уже устаю. А, например, от физических, от мозговых каких-то действий, ну, вот вообще просто ни мозг, ни голова, ни тело не устает. Вот, все сертификаты у нас имеются, и удостоверение качества и безопасности, все это прилагается. Сертификат о госрегистрации также все прилагается. У нас-то все получено по всем нормативам, по всем законам. Поэтому заходите в магазин и посмотрите, все там прилагается. Значит, что в коробочке? В коробочке получается 20 стиков, то есть на 20 дней по 4,5 грамма. Вот. И стоит это 1950 рублей. Да? Я сейчас, кстати, мне раньше прилетали, ой, извините, не то сказала, это бустер, ой, это тон 1950, брейншторм стоит 2250, 2250. Мы вот тут вот считали с лидерами,
Так, на 20. Сколько стоит день вашего ресурса? Он стоит 112 рублей. Представляете, 112 рублей вы в ресурсе. А если еще тона, да, который стоит там 95 рублей, да, то есть 200 рублей в день, пожалуйста, вам не нужно пить ни кофе, когда там проснуться, либо еще что-то, да, не нужно пить вот этих таблеток, которые вас там разбудят, либо вам там дадут энергию, либо еще что-то. Ничего не надо, да, потому что все натуральное, без сахара. Вот, дальше давайте перейдем к IQ Booster. Ну, бустера я набрала себе 3 коробки первый раз. Это уже у меня, наверное, коробка 5-я или 4-я. Вот. Что я убрала? Коробка, понимаете, да? Мозг, лампочку включила. Какие все коробки. Ну, у нас коробочки все на ура. Даже бывает жалко выкинуть. Вот. IQ Booster. Это что? Это расширение возможностей ему. То есть здесь инновационная формула для того, как будет работать ваш мозг. Тут тоже 20 стиков, стик 8 грамм, там 4,5 грамм, тут 8 грамм и тут 3 грамма ежовика. Про ежовик почитайте выше. Дальше, что он делает? Значит, это продукт, где сочетаются такие натуральные компоненты, которые дают, поддерживают процесс вот, самой работы мозга, то есть нейрогенеза, да, и защита клеток головного мозга. То есть, понимаете, он даже защищает от стрессов, от токсинов, от всего идет защита клеток. Также что делает, да, то есть бустер способствует ускорению, во-первых, мыслительных процессов, да, то есть мы быстрее соображаем, мы быстрее акцентируем внимание, да, то есть память, обучаемость, концентрация внимания, уже говорила, да, то есть тоже так же, тут только нету тонизирующего вещества, то есть он просто прям для работы мозга. То есть, опять же, поддержка ресурсного состояния, если у вас работает мозг, и мозг у вас не устал, значит, вы в ресурсном состоянии, да, увеличение работоспособности, да, то есть тоже такое, знаете, вот все, вот то работать, особенно в найме, не хочу работать, все, вообще, все, капец, нужно внимание, либо вот кто за бумагами сидит, обязательно, бустер прям нужно. Дальше, сейчас расскажу, то есть тут тоже аминокислотный комплекс, да, практически все то же самое, только в 3 раза больше и нет тонизирующего вещества. Так вот, что тут приятный вкус груши, знаете, как вот типа дюшеса такого, да, он такой менее сладкий, этот более послаще, этот менее слаще. Тоже можно взять один стик в день, желательно употреблять до обеда в первой половине дня, чтобы вы были в ресурсе. Вот, ну, я уже говорила, от него налаживается сон, и вы видите реально, ну, сны цветные. Это вообще, у нас даже кто-то говорит, ой, я не люблю цветные сны из партнеров, да, из клиентов, ну, блин. Такое интересное забавно, ты просыпаешься, вроде как бы, знаете, это в каком-то, какой-то сказке побывал. Вот, то есть, в принципе, ключевые преимущества я уже рассказала, да, то есть, во-первых, это самое главное, регенерация нервных клеток, да, вот ежовик гребенчатый, он идет в повышенной дозировке, я уже говорила, формирование нейронных связей, да, улучшение кровообращения, то есть, плюс это и плюс это, знаете, какое кровообращение. Чем лучше у нас работает кровь в мозгу и лучше кровообращение вообще по всему организму, тем самым наш организм чувствует себя намного лучше. Также опять память, но это я уже все говорила, да, то есть не буду уже быстренько пробегать по составу, тоже можно все это прочитать, вот. Так, самое главное, что опять также сертификаты, все это есть, свидетельство о государственной регистрации, это тоже все есть, по качеству тоже все есть. Смотрите, если вы принимаете это все вместе, да, тут надо рассмотреть, что нужно, да, что вообще, какой ваш запрос. Вот, если вы принимаете это все вместе, это уже идет как даже лечебное свойство. Вот. Ну, в принципе, я рассказала про наши флагман-продукты и про те комплексы, где у нас находится
ежовик гребенчатый. Вот. Потому что очень много вопросов. И если по чему-то еще у вас есть вопросы, обязательно напишите, проконсультирую, расскажу. Вот. Ну, все, в принципе, я буду заканчивать тогда прямой эфир. Кто, ну, никого не было, посмотрите в записи, потому что очень много людей работает сейчас. Вот, ну все, всем пока-пока.